Ну и давай, а что такое? А, ясно. Как обратно? Окей, играть. Давайте класс... На время? Ты чё, обалдели, блядь? Поехали. Бля, можно потише, потише, потише. Так. О, привет! Мой первый донат моему первому и единственному стримеру. Спасибо тебе за веселое. Нет, смайлот пока не надо, я не буду в чат смотреть просто. Чатик мав меньше, чем... Спасибо, спасибо, мау-мау. За 100 рублей. И за твой первый донат. Чем по своей сути является компьютерный вирус? Особой формой жизни, энергетическим полем, компьютерной программой. Дело сделано. Идем дальше. Какой день в Шотландии называют днем кукушки, а в Испании днем болвана? Я-то откуда знаю, блядь? День кукушки. 1 апреля? Окей. Что обычно надевают для прослушивания... Наручники! Ёб твою мать. Что за тупые вопросы? Я что, дебил какой-то? Алё. Как может заснуть человек? Рогаликом, крендельком, калачиком. Я и пирожком могу, и что? Драгоценный камень какого цвета в древности называли... Карбункул? Откуда я знаю? Я не знаю! Карбункул, блядь, что это вообще такое? Голубой, ну да, конечно. Красного, желтого, черного. Я не знаю! Драгоценный, желтый, красный. Ну или, или желтый, или голубой, реально, может быть голубой, наверное. Блядь. А-а-а! Сука, ноль. Да не нахуй! Да где ты со своей рекламой, козел, блядь? Говно игра! Заново, как? Ой, блядь. Что Ленин изготавливал из хлеба, находясь в тюрьме? Это первый вопрос! Какой... Он что, в тюрьме был, а я и не знал? Я не знаю. Чернильницы, карандаши, блядь. Карандаши. Да я откуда знаю, что он там делал, блядь? Сука, сейчас опять реклама вылезет, падла. Да ёп! А вы... Бля, мне кажется, заново просто игру можно запустить, и то быстрее будет. Реально. Отключи интернет в эмуляторе. Ща. Военнослужащие каких войск называют себя голубыми беретами? Ну, десантники. Я бы себя так не назвал, конечно. Как заканчивается поговорка о бессмысленном деле решетом? Муку молоть, чудеса творить, я не знаю. Ебать. Помощь зала, блядь. Подписчики, помогайте. С. Ага. Все, я уже потратил подсказку. Какую фразу произнес Юлий Цезарь перед тем, как перейти Рубикон? Рубикон, такая мобильная игра, что ли? Жребий брошен, лед тронулся, процесс пошел, блядь, ставки сделаны. Ну точно ставки не сделаны, вряд ли тогда был Bet CSGO, где он мог делать ставки на Na'Vi и другие команды к профессиональным CSGO. Кейсы тоже не открывал. Ну я не знаю, ну блядь, я не знаю. Ну что за вопрос это, ё-моё, а? Лед тронулся. Вряд ли процесс пошел хуйня. Ну, жребий, наверное, жребий. Дело сделано. Что сигнализирует рыбаку о поклевке рыбы? Сирена, поплавок, маяк. Ну, поплавок. Какой сети подключает мобильный телефон при зарядке? Итак, дорогие друзья, первые 5000 рублей у меня в кармане. Поехали.
Где проходили зимние Олимпийские игры, в которых впервые участвовала команда СССР? А хрен его знает. Осло. Картина, я даже не знаю, что за картина. Дем Амптипцецо. Сквовали. Инсбург. Инсбрук. Инсбрук. Ну, картина дам под 500 и сквовели вряд ли. Это какие-то очень сложные названия городов. Или это, я не знаю, страны. Я не знаю просто, что это. Ой, бля, зачем я в чат смотрю? Поэтому остается или А, или С. Осло звучит проще всего. Поэтому я считаю, что тогда просто по названию города выбирали, понимаете, место проведения Олимпийских игр. И, скорее всего, выбрали Осло. Блять! Ай, шо, блять? О, ну хоть очки дали. Сука. Что, блять, вообще это за место такое, а? Как отключить интернет здесь? А как? Ай, да похуй. Быстрее будет, если я просто буду дальше играть и все. Ну и вопросы, жесть. Давайте авторские вопросы лучше. Я тупой вообще. Как называется электронный прибор, прокладывающий маршрут автомобилисту? Губернатор. Ладно, навигатор. С каким листом сравнивают надоедливого человека? С банным. Чего, блять? С дубовым, наверное, я хз. Бля. Кого? Да. Блять. Что за вопрос? Это пипец какой-то, а? Да я никогда не сравнивал человека с банным листом. Что ж бан вообще? Не, давайте вернемся к общим вопросам, пожалуй. Как назывался полк русского войска, сыгравший решающую роль в победе на... Потешный зас... Да я не знаю! Я не знаю! Пусть будет... Да сука, блядь, новый автомат, нахуй, ёбаный рот, блядь! Я ебал. Шу. Какая мышца есть в организме человека? Трехочковая, трехглавая, трехголосная. Трехколесная. Чего, блядь? Вообще без понятия. Ну точно не трехочковая. Не трехголосная. Трехколесная, ну трехглавая, ой. Остается. Фу, блядь. Что есть у пианино? Седло, руль, цепь. Так. Какая из этих возвышенностей Греции самая высокая? Чего мало в песне Ольги Бузовой? Бля, стыдно, конечно, отвечать на этот вопрос правильно, но... Бля, вот на такой вопрос я готов ответить. Что можно обнаружить на шляпке шурупа? Крючок для клещей, канавку для отвертки, мишень для молотка, ямку для зубила. Фу, бля. Так, у меня есть еще подсказки, я не потратил подсказки. Вот это вот вопрос для меня. Что в Лондоне называют андеграундом? Метро, наверное. Ну, наверное, метро.
Причем-то автобус, самолет и полицейский участок. Метро, блядь. Да, нахуй, десяточка. Десяточка. Как по-другому называют топинамбур? Что это, блядь, вообще такое? Земляная груша, земляное яблоко, земляной орех, земляной горох. Топинамбур. Помощь зала. Нет, давайте звонок другу. А какому другу? Подождите, а как он звонить будет? Сейчас как номера мои, блядь, высветится. А, что? Алло, Вова. Вова, алло, это ты? Вова, как по-другому называют топинамбур? Алло! Б? В смысле, не знаешь? В смысле, может? Ах ты, сука, блядь! Пиздец, что? Да иди ты нахер, говно, блядь. What the fuck, Вова? Ты, сука, меня подставил, да, блядь? Ясно, нахуй. Все ясно, блядь. Все понятно, блядь. Не, а что за хрень? Почему игра неправильно ответ дала? Что значит выберите сумму? Что вы? Ну давай 5000. И. Чей дом сгорел в детской сказке Маршака? Б. Дару, дару. Да я не читаю сказки, я не читал его ни разу, этого Маршака. Я не знаю, кто это, я дебил, бля. Ребята, отстаньте от меня, я конч. Я конч. Как часто называют близкого закадычного дружка? Мякиш, кукиш, кореш, кореш. Не, ну я бы мякиш ему, а? Ну, если там совершеннолетние девочки это отправляют, то вообще положительно. Какая часть света не отмывается водами Средиземного моря? Мякиш. Абортыш. Средиземное море. Почему ебанутые такие вопросы задавать, блядь, в начале раунда? Америка? Что такое редикюль? Наверное, веер какой-нибудь, да? Но я, пожалуй... Блядь, сумка. Фух. Чисто наугад. Где астроном наблюдает протуберан... Где астроном наблюдает протуберанцы? Что такое протуберанцы? На Луне, на Солнце, на Сатурне, на комете Галлея. Протуберанцы. Что, может подсказку опять заюзать? Не, вот помощь... Хотя помощь зала. На гербе какого из этих государств изображен человек на острове? Блять. Я-то откуда знаю? Ну точно не Финляндия и не Швеция. Исландия или Норвегия? Бля, а что это за подсказка X2? Исландия или Норвегия? Надо отгадывать. Я не хочу больше юзать подсказки. А или Д? А или Д? Норвегия, это вообще где? О! О! Ребята, я почти до 50 тысяч дошел! Какой литературный герой любил гулять под меховым зонтом?
Капитан Врунгель, Мюнхгаузен, Робинзон Крюзе, Джон Сильвер. Кого, блядь? Летят гулять под меховым зонтом. Ну, наверное, капитан Врунгель. Что? А, две попытки. Да я! Блядь! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе. Ебать, нормально. Да что за херня, а? Как тут... Почему здесь нет детских вопросов для дебилов? Сука. Ладно. Поставьте смайл мод. А то я иногда в чат смотрю и могу увидеть ответы, и неинтересно становится. Давайте классику. Погнали. Какое из этих слов потребляется, когда говорят о новинках моды? Вой, это этот... М4 из CSGO, дорого. Из этих слов, когда говорят о новинках моды. Че, вой, крик, стон, кого, блядь? Вой моды, наверное. Ой, блядь. Крик моды. Да идите нахуй с такими тупыми вопросами, что за хуйня? Я бумер, я бумер. Я вообще не в моде, я не... Что обрамляет дверной проем? Наличник. Наушник. Чего? Блять! Алло! Я откуда знаю, какой дверной проем? Мне вообще насрать на дверные проемы. Почему это меня должно беспокоить? Где соревнуются тяжелоатлеты? Ебать, на батуте прыгают, я чё, знаю, но... Да ёб твою мать! Бля... Сука... Что используют для измерения длины? Колесо фортуны, кости и рулетку. Наконец-то, блядь. Как порой называют журналистский дебют? Пытка бумаги. Да я что? Я похож на журналиста, а? Я не знаю. Ты нахуй. Я не хочу тратить подсказки в начале игры. Я не журналист, я не увлекаюсь журналистикой, я не в курсе. Каким образом Шерлок Холмс следил за новостями? Смотрел первый канал, читал газеты, смотрел... Ой, блядь, что традиционно кладут в конверты, вручаемые новобрачным? План эвакуации, деньги, биографию. А мне можно так? Что совершил герой греческой мифологии Геракл? 12 подвигов, 12 поступков, 12 побегов, 12 деяний. Бля, я не знаю. Я не знаю. Подвиги, наверное, он же Геракл. Что не является ответом в игре «Морской бой»? Ответ? Всплыл, убит, попал, мимо. В смысле, не является ответом? Ответом на что? Что не является ответом на что? На какой вопрос, блядь? Что за бред вообще? Всплыл, убит, мимо. А, убит, мимо, попал, всплыл. Вот этого говна нет, точно. Бля, сложно. Что школьники традиционно дарят
педагогом в день учителя. Ничего? Ну, вообще цветы, наверное, да? Как на похоронах. Ура! 5 косарей, ребята! К какому виду продуктов и изделий относится зельц? Зельц. Я только знаю алкозельц. Типа, противопохмельное, короче говоря, лекарство. Никогда его не юзал, но есть такое. Зельц. Кондитерский, колбасный, хлебобулочный... Что за звук? Блять, меня там сверлят за окном. Что за бред вообще в час ночи? Зельц, зельц, зельц. Ну, я не в курсе. А это что такое вот этот? Что это за кнопка? Какая мышца отвечает за разгибание руки? Нежная, партняжная, икроножная, трехглавая. Блядь. Ну не трехглавая и не икроножная точно. Нежная вряд ли. Что значит нежная, блядь? Какая нежная? Что вообще такое нежная? Партняжная, наверное. От слова партнягин. Лох, который на бабки наебывает. Бля, может подсказку заюзать, а? А похуй, я подсказку ебану. Окей. То есть вот оно что значит, да? Какая страна запустила первый метеоспутник? Метеоспутник. Ну, вряд ли СССР. Хотя это СССР, это не Россия, прошу не путать. И, возможно, тогда мы могли еще быть первыми в чем-то. Не, ну мы первые побывали в космосе, но не запустили точно метеоспутник. Я думаю, или США, или Япония. Причем дальше Франция. Она, кроме как иммигрантов, больше никого не запускала. Наверное, США. Я думаю, США. Я думаю, это USA. USA. Или Япония. А похуй. Я не знаю, другу звони. Ну ладно, давайте позвоним другу. Алло, привет, Вова, это ты. Помоги. Куда медиаспутник? Кто первый запустил медиаспутник? Алло. Ты заебешь, блядь, тупорылая ты свинья. Ни А и ни Д. Бля, СССР или США? Да ты че, издеваешься, что ли, а? А как не говорить спасибо? Сука, падла. Метеоспутник. Неужели мы? Неужели СССР? Ну ладно, наверное, я... Доверюсь, как бы поверю, что вот мы как бы в Советском Союзе реально делали крутые вещи. В том числе и первые запустили метеоспутник. Или нет? Я не знаю, блин. Падла! Ебаная, блядь, Советский Союз, сука. Нихуя не можем, блядь. Да иди ты в жопу, вернись! Да ёб твою мать! Нет, даже в советское время мы не смогли. Я так был близок к 50 тысячам. Ой, блядь. Оригинально. 50 тысяч. Авторские. Заболевание каких органов человека не лечит врач аториноларинголог. Глаза.
Оторинларингал. А язык он лечит? Что обычно кричат на свадьбе? В какой стране находится Международное бюро мер и вет... Я не знаю. Зал, помогите. В какой стране была придумана телеигра «Кто хочет стать миллионером»? Ну точно не Россия. Мы обычно все воруем из-за рубежа. Я думаю, это как обычно США. Они всегда во всем первые, типа. И сейчас бац, России, да не. Да иди нахуй! Блять! Чем украшает себя цветущая береза? Чё, блядь? Я чисто рандомно ткнул и всё. Кинь нахуй серёжки. Кто летала в космос вместе со стрелкой? Летала. Мышка, белка, жучка, зайка. Белка? Код какой валюты ЖПБ? Ну не доллар, не евро и не российский рубль, значит вот это. В деньгах я шарю. Шишу на ногах у статуи свободы, блять. Надо было все-таки тогда подойти к ней, дорогие друзья. Башмаки, сандали, балетки. Сандали вроде. Сандалии. Какой актер получил прозвище «На пружинах»? Пьер Ришар, Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Андриано Челентано. Так, зал, помогайте. Б? Да, ребят, я почти дошел до 50 тысяч. Ничего себе, вот это да. У какой единственной рыбы есть шея? Ну точно не щука, не акула. Угорь, наверное, угорь. Угорь, или не, подожди, угорь это вообще стрёмное говно. Давай. А если еще раз X... А, блядь. Щука, морской конёк. Бля, морской конёк же нахуй. У него же реально есть шея. Ебать, я тупой, блядь. Я просто... Я вспомнил, как морской конёк выглядит. Сука! Дебил. Ебать, 50 тысяч, ребят. Несгораемая сумма! У-ху! Как называется самая глубокая тачка поверхности Земли? А, тачка, ебать! Точка! Глубокая точка. Генсуха? Бездна Челленджера. Точка Кэмерона. Вершина Аида. Глубина Триест. Я что, знаю, что ли? Откуда мне это знать? Откуда? Я что, в этих точках, что ли, разбираюсь ли, изучал глубокие точки? Нет. Мне вообще насрать. Понимаете? Мне похую. Вообще похую. Почему я должен знать это? Так, минутку, блядь. Минуточку, сука. Так вот. Почему я должен это знать? Нет. Подожди, самая глубокая точка. Оно не может быть вершиной, значит это бездна. Челленджера. Логично. 100 тысяч! Это что такое? Это что такое, блядь? Какой знаменитый ученый родом не из Франции? Рене Декарт, Жозеф Луи Лагранж,
Андре, Мари, Ампер. Да я откуда знаю? Я ни одной этой... Нет, я эти имена впервые слышу. Я впервые слышу вообще эти имена. Откуда мне знать, кто тут родом не из Франции? Помощь зала через запросы делал. Ага. Не, ну подожди, давайте, хорошо. Какое имя здесь не французское? Рене Декарт. Декарт. Жозеф Луи Лагранж, точно французское имя. Андре Мари Ампер, точно французское. Леонард Эйлер. Эйлер. Короче, тут или А, или Б. Скорее всего, А. Я предполагаю, что это А. Декарт, это же этот актер, который в Детройте был. Или Леонард Эйлер. Так, подсказки мне какие. Что это такое, что это? Это что, я не понимаю. Ой, блядь, куда я нажал? Сори. Пиздец, я чё, я чё, всрал подсказку? Я всрал... На колёсах? На кап... Что? Где на автомобиле можно увидеть фриты? Фриты? Что такое фриты? На колёсах, на капоте, на радиаторе... На... Это, я так понимаю, замените вопрос, скорее всего. На колесах, на капоте, на радиаторе, на лобовом стекле. Фриты, 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 что это? Подожди, я могу загуглить, что такое фриты? Фриты. Что такое фриты на автомобильном стекле? Стекле? Ха-ха! Ну там просто запрос такой был, сори, гайз, сори. Ебать, уже почти 500 000. Как еще раньше называлась страна Эфиопия? Абиссиния, Эспаньола, Новые... Наверное, Эспаньола. Мне кажется, это второе, Б. Б. Чё, блядь? Кто стала первой участницей от России, завоевавшей титул Мисс Мира? Ксения Сухи... Сухи... Шо? Курочкина... Я не знаю, кто это так... Я не знаю... А можно деньги забрать? Оксана Федорова, Ксения Сухинова... Сухинова... Ольга Сысоева... И Юлия Курочкина. Ну, вряд ли вариант Д. С такой-то фамилией. Скорее всего, или Б, Федорова, Федорова. Хотя фамилия как у училки, поэтому вряд ли она мисс мира. Остается Ксения Сухинова или Ольга Сысоева. Ну, пиздец, я не знаю. Сухинова, Федорова. Или забрать деньги. Просто так много денег. Блядь, я не знаю. А, Б, С. А, Б, С. А, подожди. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Какая курица, блядь! Сука, пиздец. Курочкина, серьезно? В жизни бы не подумал, что это Курочкина, блядь. Пиздец, блядь. Откройте чат для всех.
Не, ну я дошел до 800 тысяч, я молодец. Алло. Ты что, по фамилии нахуй судишь? Ну да! А как, если я их не знаю, как мне еще исходить из чего? Из чего исходить? Бандите, кто подсказки... А кто подсказывал-то, блядь? Ой, бля, ебать, тебя IQ неоправданное. А при чем тут вообще IQ и, блядь, вопросы, которые мне в жизни нахуй не нужны? И, точнее, темы, которые мне по жизни, ну, нигде не пригодились. Я их нигде не, ну, не поднимал, не обсуждал, не читал. Бля. Бля. Давайте закончим с этой хуйней. Найди нахуй шкила, блядь. Я откуда знаю, мне вообще-то нахер не надо. Я в школе это прошел и забыл, блядь. Как страшный сон, понимаете, да?